Добрый день! Сегодня я покажу вам покупочки из магазина «Магнит» с сайта «Валберис». Небольшой заказик «Фаберлик». Поехали! Была недавно в магазине «Магнит». Первую покупку я увидела там ватные диски «La Fresh». Здесь 120 штук. И цена у них была, так, сколько они стоят, 43 рубля. Очень выгодная покупка, красивая, нарисован хлопок, понравились по оформлению, прикупила. Что еще? Ну так, по мелочам. Вот такая шоколадка неизвестной мне фирмы Lucky Days, молочный шоколад с фундуком и арахисом. Понравилось, что туда входит два вида орехов. Стоимость 39 рублей. Так. Когда я увидела творожки мои любимые фирмы «Слобода», семейный завтрак, не могла устоять, груши из Лаки. Такой по 30 рублей стоил. Ой, такой по 40 рублей стоил. Взяла несколько. Вот, три штуки взяла. Ну, покажу только два. Всегда их беру, очень вкусные. И с гранолой, грецким орехом и изюмом. Тоже семейный завтрак. Стоил 30 рублей. Тоже три штучки взяла. Вот. Они имеют очень приятный вкус. Сложный состав, там и семечки, и изюм, и орешки, и разные, ну, всякие другие составляющие. Очень мне нравится. Вот с гранолой я еще не пробовала, с грушей попробовала, очень вкусно. Ну, по 30 и по 40 рублей они стоили, я как сказала. Дальше увидела акцию на свое любимое. Теперь покупку кокосовое молоко. Но это не само кокосовое молоко, это напиток безалкогольный, написано. Из растительного сырья на рисовой основе кокос. Беру, чтобы добавлять в кофе. Так. Ой-ой-ой, извиняюсь. Стоил 110 рублей. У меня вышло вот такой вот. Так, далее. Ставлю красиво, чтобы душу радовало. Так, увидела акцию на одно из хороших кофе Жардин Колумбия Меделин, арабика из Колумбии. Здесь интенсивность вкуса пятерка. Так, 150 грамм и стоило очень даже бюджетно. Так. 235 рублей мне обошлись. Вот взяла два. Вот. Поэтому, ну, хороший кофе всегда беру, когда есть акция. Моего любимого не было по акции. Взяла. Вот это тоже хороший. В общем, обожаю его. Так, еще я купила по акции два вот таких вот освежителя воздуха от фирмы Airwick. Рождественский напиток и ароматный штрудель. Такие лимитки выпускают перед Новым годом, и всегда на них какая-то безумная цена. Там 349, что ли, рублей, или даже выше. Сейчас на них скидки, и купила я их по 179 рублей каждый. Новогодние ароматы, я надеюсь, вкусные. Вот этот, наверное, глинтвейном пахнет. Какой еще может быть рождественский напиток? Такого баллончика хватает на 70 дней свежести, написано. Но не знаю, будем пробовать, как пойдут. Увидела акцию на зубные пасты Colgate. Какие-то для меня новые. Вот это витаминный коктейль и что-то с травами. Травяной смузи написано. По 109 рублей тоже взяла. Здесь 75 миллилитров. Какие-то новые. Кто пользовался такими, напишите. Я вот беру первый раз.
Мне стало интересно просто, какие они на вкус. Такие по оформлению очень нарядные. Так, последняя покупочка в магазине «Магнит» была для моего сыночка. Кто не любит нижнее белье, просьба закрыть глазки. Вот, купила трусики. Вот такие, фирмы «Рогерс». Вот, они спереди серенькие, сзади черненькие. Такие очень мягкие, хлопочек. Вот, приятные. И еще одни тоже. Вот такие серенькие. Вот. Ну, такие приятные расцветочки. Значит, были по 299 рублей. Вот, решила ему подарить. Извиняюсь за такие подробности. Далее переходим к маленькому заказу Faberlic. Буду показывать только свои покупки. Не буду показывать покупки клиентов, потому что уже все раздала. Вот, секундочку, беру. Значит, для подарка на 8 марта купила подружке два вида шелковых чулок. 20D, одни телесного цвета, одни черные. Очень их хвалили. Цены буду говорить по акции для консультанта. Получились мне по 263 рубля. Подарю ей, надеюсь. Она очень хотела, обрадуется. Так, далее. Взяла из новинок жидкое мыло апельсиновая меренга. Там оно стоило, по-моему, 89 рублей по акции. Ну, мне, я не помню, сколько обошлось. Вот, но запах мне не очень понравился, напоминает фанту. Прям вот очень ядреный, химозный. Чего-то я... Ну, ладно, все равно используем, как жидкое мыло-то оно уйдет любое. Вот, но... Еще я взяла, ой, не принесла, крем для рук такой же у меня еще. Тоже вот, не открывала еще. Не знаю, ну, как бы наборчик у меня получился. Вот, еще взяла для кухни, мыло для рук, устраняющие запахи с ароматом орхидеи. 99 рублей было по каталогу. Мне в районе 70 с чем-то рублей получилось такое мыло. Мне очень нравится. Очень хорошо мыть руки после всяких процедур у меня, когда я кошек кормлю, там корм насыпаю. Этим кормом руки пахнут жидким. И таким вообще ничего не остается. Так хорошо удаляет запахи. Что-то падает все. Так. Далее, интересные у меня покупочки были. Вот купила две такие губки. Вот на эту губку была акция. Стоила она 149 рублей по каталогу. Вот, мне обошлась 119 рублей. Здесь она такая мягенькая, а здесь такая пожестче, с люрексом. Какая-то такая интересная. Попробую мыть ей посуду. Если не понравится, возьму мыть ванну. Но вроде как ее хвалят. А вторая губка подороже. В каталоге она стоила 199 рублей. Мне обошлась 159. Вот такая интересная губочка. Тоже тут мягкий слой. Нарядненькая. Здесь зелененький такой с люрексом. Он пожестче. И такая приятная. Вот тоже хочу попробовать мыть посуду. Новиночка интересная. Так, далее что у меня еще? А, еще была акция 70% по программе для консультантов. Я выбрала на этот раз биогель 3 в 1 для стирки, для жесткой воды с натуральным цветочным запахом. Девочке запах очень понравился. Обошелся он мне в 195 рублей. Со скидкой 70%. Вот. Буду пробовать с гномиком. Еще ни разу с этой серии ничего не брали. Вот теперь попробуем. Так. Ну и остался у меня заказ с сайта Wildberries.
Здесь я тоже оторвалась по полной. Так, вот мои любимые скрабы можжевеловые. Очень они мне нравятся. Взяла сразу 3 штуки в этот раз. Вот так это выглядит. Можжевеловый, там частички можжевельника, шишечки попадаются измельченные. Все частички. Очень классный. Пахнет можжевельником, очень приятно. Взяла по 195 рублей. Вот. Раньше в ленте брала где-то в районе 180 рублей. Еще видела на Валберес, они как-то были по какой-то акции 173 рубля. Ну, сейчас вот взяла по 195. Так, еще один аромат пихты. Хвойные экстракты, мягкое мыло, уход за проблемной кожей. Думала тоже вместо скраба использовать. Ну, конечно, он... Сейчас покажу. Такой вот смоленистый, мягкий-мягкий, приятный к телу. Очень вкусно пахнет пихтой. Мне вот почему-то на таежные ароматы потянуло. Очень мне понравился. Вот, стоил... Так, сколько он стоил у нас? 239 рублей. Девчонки, если увидите, берите, не пожалеете. Очень приятно мыться им. Просто вообще удовольствие выше среднего. Так, еще из Натура Сибирика Камчатка. Натура Камчатка. By Natura Сибирика. Взяла маску для волос. Шелковое золото, питание, идеальное сияние волос. Так, что тут с облепихой? Такая вот баночка, бледно-рыженькая. 195 рублей. Здесь сколько грамм? Так, вижу. Так. 300 миллилитров объем. Вот, за 195 рублей я считаю, что это хорошая цена. Так, еще одна маска для волос. Уже другая. Доктор Тайга. Вот такая. На алтайском кедре. Вот. Очень интересная. Доктор Тайга. Так, сколько же она стоила? Непонятно. А, тут тоже 195 рублей. Сейчас покажу. Вот такая, бледно-розового цвета. Красивая баночка. Маска для волос. Так. Дальше. Взяла 2 штуки. Очень понравился. Баночки у меня очень друг на друга похожи. Морошка на сахаре, скраб для тела. Секреты сибирской травницы, морошка агафьи. Вот этот скраб пахнет тоже очень приятно. Вот такие там скрабинки крупненькие вижу. Облепиховый тоже какой-то. Гладкости. Вижу. Упругость кожи. Буду с удовольствием пользоваться. Тоже 195 рублей. Вот такие. Далее. Скраб от Планета Органика. Такой вот коричневенький. С маслом ши. Так. Я не найду, сколько он стоит. Крем. Так, нет. Ну, где-то тоже около 200 рублей. Вот такой вот биогель. Ой, Планета Органика. Вот там тоже видны скрабиночки. Коричневенькие какие-то. Натуральный скраб для тела. Но он пахнет сладко.
что-то я, ну, не очень мне понравился, слишком сладко для меня. Еще одна масочка для волос. Да, доктора Тайги, биомаска на сахарном бамбуке. 225 рублей стоила. Такая вот зелененькая. Ой, очень красивая. Теперь я запаслась надолго. И масками, и скрабами. Вот, буду радоваться. Еще одна покупочка. От Novasfit гиалуроновый крем-филлер для кожи вокруг глаз. Так, достанем. Стоит 131 рубль. Такой он маленький, красивый. Здесь, наверное, зафольгирован, скорее всего. А, нет, он вообще имеет маленькую-маленькую. Вот он, беленький. Так впитывается хорошо. 131 рубль, в общем, для глаз. Вот эту фирму я уже брала на Novasfit. Вроде ничего, так нормально. Некоторые продукты вообще очень понравились. И последняя моя покупка. От Natura Камчатка. Ночной крем для лица. Так, показываю. 273 рубля стоил. Вот такая вот баночка маленькая. Тоже брала по отзывам. 50 миллилитров. Скоро возьму в пользование. Такой он бледненький, розово-белый. Плотненький. Потом расскажу в пустых баночках, понравился или нет. А запах? Ой, какой нежный запах цветов почему-то. Ну, хотя да, цветочки нарисованы. Наверное, вот он пахнет как раз жасмином. Нарисован жасмин. Очень вкусный. Даже не слышала. Интересненько. Вообще, от Натуры Камчатки такой большой выбор на Вайлдберрисе. Прямо очень порадовал в этот раз. Не могла остановиться, набрала всякой всячины. На этом я с вами прощаюсь ненадолго. До свидания. Буду рада, если кому-то что-то понравится и кто-то тоже такое закажет. Спасибо за внимание.